Вы знали, что были созданы благодаря славе Божьей? Является ли Божья слава просто теологическим понятием, или же вы можете почувствовать ее здесь и сейчас? Может ли религия подарить вам встречу с Богом? Бог это не просто религия. Вы можете постоянно поддерживать с Ним контакт. Теология без откровений и встречи с Божественным — это просто ничто. У большинства людей из Священного Писания, обладавших огромной верой, были постоянные сверхъестественные контакты с Богом. Вам нужно приготовиться к контакту с Богом. И это еще не все. Потому что этот контакт станет для вас настоящим откровением о Божьем присутствии, о Его славе для вас. Ни одна религия не сможет услышать и почувствовать голос, звучащий внутри вас. Вам недостаточно перейти на новый уровень. Вам нужно перейти в другое измерение. Что такое Божья слава? Она постоянно является нам. Бог постоянно помогает мне. Я слышал Божий голос. Два раза я пытался покончить с собой, но потом получил спасение. Он полностью исцелился. Наш отец был мертв, но каким-то образом он вернулся к жизни. Надо перенести сверхъестественное в естественное. В своей книге пастор Гильермо Мальдонадо делится с вами откровениями о Божьей славе. Вы сами сможете испытать чудеса, знамения и просто удивительные вещи. Просто погрузитесь в Божью славу, и вы почувствуете изменение, силу, веру, и станете носителем Его славы. Прикоснитесь к Божьей силе, Сделайте это так, как это сделали уже тысячу человек по всему миру. Закажите эту книгу уже сегодня на сайте guilhermaaldonado.org или позвоните по телефону, указанному на экране. Вера не помазание, помазание не слава, слава не вера. Я понимаю законы этого мира, бывает ты что-то не замечаешь? Он сказал мне научись различать, что это вера или Божья. Слава. Ты должен различить это. Понимаешь? Время перемен. Благословлены, я апостол Гильермо Мальдонадо. Рад прийти к вам в дом с мощным посланием от Бога, посланием из Писания. Если у вас есть нужды, мои помощники ждут вас на телефонной линии. Они специально обучены мной. Мы будем рады помолиться с вами, и если вы проходите через какие-то трудности, пожалуйста, звоните, мы будем молиться за вас. Сегодня я и апостол Рини Маклин будем беседовать с вами. Будем говорить о трех измерениях сверхъестественного, о Божьей славе и о мощных созидающих чудесах, настоящих, удивительных чудесах. Как приходит Божья слава и почему ее не хватает. Не хватает Божьего присутствия в церкви. Нет чудес, нет знамений. Только просто хорошая проповедь, учение, но нет ничего сверхъестественного в Доме Божьем. Давайте уже разберемся, почему. Так, происходит. Представляю вам моего дорогого друга, пастора Рини. Привет, Рини. Привет, апостол. Рад, что ты к нам пришел. Еще раз для тех, кто тебя не знает, скажи о себе несколько слов. Кто-то тебя видит впервые, скажи о себе. Чем ты занимаешься? И откуда ты? Я родился в Англии, в Лондоне много лет назад. 37 лет назад я был призван проповедовать, побывал в 84 нациях. Мы видели разные чудеса, как слепые, глухие, калеки исцеляются. Мертвые воскресают. Знаешь, что интересно, мы получили доступ к нации через чудеса. Не через теоретические рассуждения, а через чудеса. Всю свою жизнь я жил на грани чуда, такого, знаешь, сверхъестественного. Да, Ринни Маклину явился Господь, повелел ему нести на землю откровение о славе Божьей. Хочу начать с вопроса. Я писал книги о вере, помазании, о славе Божьей, но я никогда не ставил их вместе. То есть, понимаешь, я их разделял. И когда я впервые встретил Тебя, я помню, ты говорил о трех измерениях сверхъестественного. Да. И твои слова помогли мне понять. Я подумал, что вера это не помазание. Так? Помазание это не слава. Да. Слава это не вера. Правильно? Так и что? Вот что я скажу. Дух Святой напомнил мне. Дело в контексте сверхъестественного, потому что у всего есть свой контекст. Бывало происходило что-то новое, и я знал, что это не зависело от меня. Дело в Божьем присутствии, когда Божье присутствие там, чудеса происходят очень легко. Понимаешь, как по маслу. Поэтому мы говорим помазание, елей, масло стекает в это время и в этом направлении. Так вот, я заметил это в вере. В большинстве случаев вера должна быть неистовой, потому что ты атакуешь эту ситуацию. Вера грубая, напористая, она просто необходима. Я давно уяснил разницу между этими тремя сферами. Я научился устанавливать атмосферу. Вижу, как действует мой дар. Это пророческое слово. Я понимаю законы окружения. А потом Господь сказал мне... «Райан, ты знаешь, почему иногда ты что-то видишь в духе, а иногда и ничего?» Я говорю, «Нет». Бог говорит, «Ты должен различать, когда действует вера, а когда действует слава Божия». Да. Ты что-то хочешь добавить? А, нет, знаешь, многие спрашивают, «А что такое вера?» Вера — это Божья способность, данная верующему верить в невозможное. Верить... Внеобъяснимое. Да, конечно, внеобъяснимое. Если просто, то вера это законный вход в сверхъестественное. Хм, хорошо сказано. Это так, да. Это очень просто. Бог дал нам веру, чтобы входить в сферу духовного. Да. Входить в сверхъестественное. Помазание — это сила Божья, которая использует наши тела, чтобы исполнить Божью работу. Я прав или нет? Да-да. Слава Божия — явленное присутствие Божие. Сам Бог творит чудеса. Это все Божие. Через мое тело и мою веру Божья слава действует. Да. Я хочу привести такой пример. Когда я проповедовал в Мексике, сошла слава Божия. Там был маленький мальчик. Так вот, ему было 12 лет. У него не было двух пальцев на ногах. Я рассказывал эту историю. Он должен продавать еду пирожки, деньги идут на поддержку конференции. Сошло помазание. Как я знаю, что это помазание? Ну, потому что я не молился за исцеление. Само все произошло. Да, так действует Божья слава. Это был сам Бог, Его слава, не я. Вдруг на сцену поднялся мальчик и говорит, «У меня выросли два пальца». Они выросли. Удивительно. Два недостающих пальца на его ногах выросли. Это сделал сам Бог. Расскажи о Божьей славе нашим зрителям, потому что многие думают, что это или что-то мистическое, или богословская концепция. Хм, одно из самых удивительных свидетельств произошло, когда я был несколько лет назад в Нью-Йорке. Это был последний вечер служения. Мы решили провести сверхъестественное служение в церкви. Сошла Божья слава. Там не было явления слова знания. Просто обыкновенная молитва, но было сильное присутствие Божие. Когда оно приходит, много говорить не нужно, потому что атмосфера говорит сама за себя. Это очень мощно. Так вот, мы провозглашали Божие Слово. Коллеги исцелялись. Слепые прозревали чудеса. Слава Богу, там были чудеса. А еще там была одна женщина, у нее удалили грудь. Апостол, я такого никогда не видел. Слышал, но не видел. Ужасно, конечно. Женщина стояла в очереди, чтобы рассказать свою историю. И представляешь, вот смотришь у человека, вот здесь все ровно. И вот пока она стояла, ее грудь выросла. Представляешь? Ух ты! Э, Кто-то скажет, что Бог такого не делает. Приведу такой пример. Вы стрижетесь, а ваши волосы вырастают снова. Стрижете ногти, они отрастают обратно. Удивительно, что в это люди верят, а в чудеса нет. На этой программе Бог тоже будет творить чудеса. Да, могут вырастать почки, печень. За 36 лет служения я такое видел много раз. Мы проводили служение в Аполоке, что во Флориде. Я думал, Аполок — слово из молитвы Языках, а это был район в Майами. Слава Божия, сошла на это служение. Это была церковь моей дочери. Слава Божия, проявление Божьего присутствия. Да. Когда оно есть, знаешь, Могут случиться любые чудеса, потому что Бог здесь, и ты просто стоишь там, и да-да, уже действует не только твое помазание, не только твой дар, сам Бог действует. Да, я помню это служение, как будто вчера. Слава Божия, было такое ощутимое, хоть ножом ее режь. В этот вечер я решил, что не буду молиться за больных. До этого я молился, происходили чудеса, но сейчас решил не молиться. Я сказал, единственная часть вашего ума, которая будет работать это ваше воображение, потому что там нет законов. Эта женщина услышала эти слова, она была на служении и начала радоваться, она не обиделась, когда я сказал, что не буду молиться. Мы просто поклонялись в конце служения. Это то, чего сегодня люди не делают, они не понимают, что поклонение... Это вхождение в присутствие живого Бога. Сверхъестественное нужно пригласить. Оно само собой не случится. С ним нужно идти синхронно. Апостол, слава Божья, сошла на это служение. Эта женщина вышла, у нее произошло чудо, я ничего о нем не знал. Служение завершилось. Я собрался идти на пляж. По дороге на пляж мне позвонил пастор этой женщины. Он сказал, доктор Рини, вы не можете уйти. Я спросил, почему? Он говорит, вы не знаете, что случилось. Я говорю, нет. Он говорит, женщина пришла на служение с протезом вместо ноги. Перед сном она поклонялась Богу. Ну, перед самим служением. Она просто пела хвалы и песни. Утром, когда она встала, у нее вместо протеза была новая нога. Вот какое откровение я получил. Да-да, если Иисус может превратить воду в вино... Он может и новую ногу создать. Да, Бог может создать новую конечность. Это сильное чудо. Даже в Америке, если кто-то не знает. Да, в Америке. Да, это было в Америке. В Латинской Америке я видел подобное. Одной женщине удалили грудь из-за ракового заболевания. Произошло то же самое. Она была на служении, пошла домой, а грудь выросла снова. Феноменально. Почему такие чудеса творения не происходят в церкви? Я знаю, что сейчас сейчас происходят такие чудеса творения. Да, мы будем об этом молиться через минуту. Но скажи мне, почему мы не видим таких чудес творения сегодня? Потому что мы заменили присутствие Божие в церкви на человеческие дары. Мы не поднимаемся выше уровня даров человека, понимаешь? Вот именно. Это главная причина. Мы приглашаем людей присоединиться к нам в наших дарах и помазании, но мы не присоединяем людей к Божьему присутствию. Да, возможность знать помазание, но не Божье присутствие для многих это тяжело понять. Да, очень. Но если посмотреть в Эдемском саду, хм, это то, что делал Адам. Быть в Божьем присутствии. Да. Вот еще чему я учу. Вы можете быть в Божьем присутствии и даже не знать об этом. Иаков проснулся и сказал это. У него было видение. Он видел ангелов Божиих. Они восходили и исходили с небес. И что Иаков сказал? Все было рядом с ним. Как люди привыкли переживать Бога без Его присутствия. Надеюсь, мой вопрос понятен. Люди обращаются к Богу без его присутствия. И странно, как это? Во-первых, знаешь, апостол Бог дает нам об этом откровение, поэтому мы говорим об этом. Во-первых, потому что у церкви нет откровения о поклонении. Вот именно. Мы знаем, что должны поклоняться. Поем те же песни, что и в сороковых, х 50-х. Да, это песни развлекательные. Мы не понимаем сути идеи поклонения. Это гармонизация себя с троном... Божиим да. Если посмотришь с книги Бытия до Откровения, гармонизация, да. Молитва очень наш» — это синхронизация, это объединение, слияние с небесами, это для тех, кто не понял, о чем речь идет. Да, слияние. Очень точно сказано, как сказал Иисус, «Да придет царство твое». Да. На земле, как и на небе. На небе нет болезней, нет депрессии, поэтому нам нужно объединиться с небесами. Да, поэтому, когда плохой происходит, это потому что в этом нет порядка. Поэтому помазание приходит в церкви, потому что там что-то не в порядке. Помазание приходит, чтобы явить это. А следующий уровень... Следующий уровень — это присутствие Божие. Понимаешь? То есть исправление, по сути дела. В церкви сегодня... И я учу этому других, что даже в поклонении сегодня музыканты в церкви должны иметь откровение о звуках небес. Я могу учить об этом часами, но знаешь, что они не имеют об этом откровения. Они поют простые песенки. Еще одна причина, почему не приходит присутствие Божие, это профессиональные музыканты. Да, быть профессиональным музыкантом хорошо, у меня в группе играют профессионалы, но здесь нужно пойти выше профессионализма, перешагнуть. Это должны быть музыканты, ищущие Бога, а не грешники, поющие у алтаря. Да, они преданы Богу, поэтому бывает... Ну, приезжаешь на служение в другой город, там разные музыканты, атмосфера, атмосфера тяжелая, понимаешь меня? Да. Но когда наши музыканты вышли славить Божие присутствие, пришло и стали происходить созидающие чудеса. Апостол, вот что я только что подумал. Бог дает нам ответ для наших зрителей. Бывает, мы приезжаем в места, где церковь не знает Божьего Присутствия. Мы должны знать, из какой сферы они привыкли принимать. Если церковь не знает божественного присутствия, я буду служить в сфере веры. Если нет, тогда я буду поклоняться. Нужно понять, в каком состоянии церковь. Да, они не умеют принимать прямо от Бога. Не знают. Они ожидают, что мы будем возлагать на них руки. Я это делаю. Я возлагаю руки на людей, когда вижу, что они не умеют напрямую приходить к Господу. Да, и для этого нужно иметь откровение, как это делать. Нужно пригласить сверхъестественное. Я это понял. Вот в чем секрет. Когда приходит Божие присутствие, ты говоришь и «из этого присутствия». Одно слово из этого присутствия может сделать все, потому что это слово от Бога. Слово для этого момента. Да. Знаешь, сейчас Бог хочет творить созидающие чудеса. У кого-то из наших зрителей не хватает каких-то частей тела. Я видел, как Бог творит плоть, пальцы, легкие, волосы, создает кости, разные органы. Ты сам это видел, когда мы служили создает разные органы. Есть много служителей, которые ощущали Божие присутствие. Как можно объяснить такое, когда ты даже не молишься за людей, а они подходят и говорят, «У меня не было пальца, у меня не было почки, а теперь есть». Хотя за меня никто не молился. Дело в Божьем присутствии. И Божие присутствие здесь, сейчас. Я хочу помолиться, провозгласить созидающие чудеса. Если у вас не хватает какого-то органа, Органов в теле бог может его восстановить о да да господь Апостол, когда ты это сказал, вот что я увидел. Кто-то подключен к аппарату диализа почки. Да, я вижу, как Бог дает вам новую почку. Апостол уже об этом сказал. Вырастает новая почка у вас. Не сомневайтесь, это у вас сейчас. Да. Когда ты говорил, как выросла новая грудь, Бог создает для одной женщины новую грудь. Она растет. Эта новая грудь создается сейчас. Может, она была удалена из-за рака? Так вот, Бог создает сейчас новую. Принимайте своей верой, потому что Бог с вами... Я вижу пластмассовое бедро. Оно превращается в кость. Спасибо, Иисус. Пусть кости будут... зубы. Сейчас происходят чудеса с зубами. У вас были серьезные проблемы. Но сейчас происходит чудо с вашими зубами. Вот еще что. У кого-то проблемы с зубами. Вы были на войне. У вас была разрушена барабанная перепонка. Там ее повредили. Да, эта перепонка вырастает снова. Да, бизнесмен по имени Майкл, вы прикованы к постели, ваша спина была покалечена, вы не могли ходить. Я приказываю вам начать ходить сейчас. Во имя Иисуса Бог создает новые кости. Новые кости создаются сейчас во имя Господа Иисуса. Один из зрителей собирается совершить самоубийство. Но Господь говорит вам, Остановись сейчас же во имя Иисуса, во имя Иисуса, будь свободен от духа смерти. Вы верите то ли в Будду, то ли в Мухаммеда, ваши глаза пусть откроются. Бог обращается сейчас к вам, именно к вам. Будьте свободны во имя Иисуса. Аминь. Я вижу мужчину по имени Альберт. Ты о нем только что молился. У него сломана спина, позвонки разрушены. Бог исцеляет вашу спину. Вас зовут Альберт. Альберт, примите чудотворную силу Божию, потому что сейчас, Альберт, ваш позвоночник восстанавливается силой Божией. Есть кто-то у вас в ноге металлический стержень, металл в ноге. Этот металл исчезает прямо сейчас. Кровью и силой Иисуса Христа будьте исцелены угнетаемые дьяволом, страдающие от шизофрении, будьте свободны от нее прямо сейчас. О, Господь, я славлю Тебя. Если вы не приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, я хочу только одного, чтобы вы повторили эту молитву со мной. Скажите, «Иисус Христос, я каюсь в своих грехах, исповедую своими устами, что Ты мой Господь и Спаситель». Повторяйте эти слова со мной. Я верю всем сердцем, что Бог Отец воскресил тебя, Иисус, из мертвых и дал тебе силу и славу являться нам для того, чтобы восстанавливать все наши жизни. Спасибо тебе, Господь. Аминь и аминь. Спасибо большое, я все еще чувствую Божие присутствие. Бог будет продолжать творить созидающие чудеса у вас дома. Бог, я все еще чувствую Божие присутствие. Давайте помолимся за церковных лидеров, за тех, кто хочет перейти в новое измерение Божьего присутствия. Отец, прямо сейчас я высвобождаю в их жизнь помазание Божьего присутствия. Открой им себя, Отец. Как Моисей увидел горящий куст, я провозглашаю опыт горящего куста в жизнь каждого служителя и каждого верующего во имя Иисуса. Пусть придет твое живое присутствие. Входите в помазание. Вот что я вижу. Апостол. Да. Протяните руки к экрану. Я вижу огонь Божий. Он идет прямо в камеру сейчас. Да, огонь Божий. Божий огонь. Отец, во имя Иисуса, я высвобождаю огонь Божий на людей. Принеси им святость, освящение и спасение. Страсть Божию к Божьим душам, чудеса и знамения. Во имя Иисуса, примите огонь. Я воздаю тебе хвалу и славу, Господь. Аминь и аминь. Хвала Иисусу. Хочу, чтобы вы позвонили нам. Божье присутствие сейчас здесь. Оставайтесь с нами на связи и будьте благословлены. Я знаю, что вы получили назидание, ваша вера была укреплена. Хочу, чтобы вы были готовы, это так важно. Если вы переживаете трудности, кризис, если вы расстроены, может вы не можете по ночам спать, может вы хотите, чтобы я помолился за вас, а может вы говорите, у меня с религией все в порядке. Религия ничего для вас не делает. Делает Иисус. Иисус Сын Бога. Он пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи. Поэтому я предлагаю вам помолиться со мной, чтобы принять Иисуса своим Господом и спасителем. Молитесь, если хотите покаяться в своих грехах. Пожалуйста, повторяйте за мной. Отец, я каюсь в своих грехах. Я исповедую устами, что Иисус Христос мой Господь и Спаситель. Я верю всем сердцем, что Бог Отец воскресил Иисуса из мертвых. Я верю, что Ты пришел ко мне, чтобы спасти меня. Спасибо, Господь. Аминь. Теперь, когда вы помолились, позвоните нам, если у вас есть нужда. Наши люди помолятся за вас, за вашу нужду, за исцеление от любой болезни. Будьте благословлены, я вас люблю. До встречи на следующей передаче. Если вы живете рядом с Майами, приезжайте к нам. Переживите Божие присутствие и силу. У нас ее много, поэтому мы с удовольствием поделимся ей с вами. Люблю вас. До встречи. Вы знали, что были созданы благодаря славе Божьей? Является ли Божья слава просто теологическим понятием, или же вы можете почувствовать ее здесь и сейчас? Может ли религия подарить вам встречу с Богом? Бог это не просто религия. Вы можете постоянно поддерживать с Ним контакт. Теология без откровений и встречи с Божественным — это просто ничто. У большинства людей из Священного Писания, обладавших огромной верой, были постоянные сверхъестественные контакты с Богом. Вам нужно приготовиться к контакту с Богом. И это еще не все. Потому что этот контакт станет для вас настоящим откровением о Божьем присутствии, о Его славе для вас. Ни одна религия не сможет услышать и почувствовать голос, звучащий внутри вас. Вам недостаточно перейти на новый уровень. Вам нужно перейти в другое измерение. Что такое Божья слава? Она постоянно является нам. Бог постоянно помогает мне. Я слышал Божий голос. Два раза я пытался покончить с собой, но потом получил спасение. Он полностью исцелился. Наш отец был мертв, но каким-то образом он вернулся к жизни надо перенести сверхъестественное в естественное. В своей книге пастор Гильермо Мальдонадо делится с вами откровениями о Божьей славе. Вы сами сможете испытать чудеса, знамения и просто удивительные вещи. Закажите эту книгу уже сегодня на сайте guillermomaldonado.org или позвоните по телефону, указанному на экране. Теперь доступно во всех книжных магазинах города. Это была программа «Время перемен» с пастором Гильермо Мальдонадо. Программа, предназначенная изменить основные принципы людей и вернуть нашему обществу Бога. Иисус — это путь, истина и жизнь. Если вам нужна молитва или вы хотите заказать себе копию этой программы в аудио или видеоформате, позвоните по телефону, указанному на экране, или посетите наш веб-сайт — Программа «Время перемен» спродюсирована компанией ERJ Media, входящей в состав King Jesus International Ministry. Спасибо всем нашим друзьям за их молитвы и поддержку. Спасибо вам, что смотрите нас, и помните, что сегодня настало время перемен.